Китайская компания Чанган определилась со стоимостью своего нового флагманского кроссовера Unikei. Для такого богатого оснащения стоимость авто получилась не очень высокой. За стартовую комплектацию придется заплатить 1 миллион 800 тысяч рублей. При этом уже в такой комплектации можно рассчитывать на премиальное оснащение. Под капотом находится 2-литровый турбомотор с мощностью 233 лошадиные силы и 390 ньютон-метров крутящего момента. Работает он в паре с современной 8-ступенчатой АКПП. Заявленный расход топлива колеблется от 8,5 литров до 9 литров на 100 км пути в зависимости от привода версии. Длина кроссовера 4 метра 87 см, ширина 1 метр 95 см, высота 1 метр 70 см. Колесная база равна 2 метра 89 сантиметров. У переднеприводных версий клиренс равен 173 мм, у полноприводных 182 мм. Из оснащения выделим камеры кругового обзора, современную мультимедийную систему с большим экраном, климат-контроль, доступ в салон без ключа, интеллектуальный круиз-контроль. При этом такая версия имеет только два ведущих колеса. За полноприводную модификацию придется доплатить 172 тысячи рублей. Максимальная комплектация кроссовера обойдется в 2 миллиона 175 тысяч рублей. К уже имеющимся опциям добавится вентиляция сидений, электропривод багажника, распознавание водителя по лицу, премиальная акустическая система на 14 динамиков и атмосферная подсветка салона с богатым выбором цветов. При этом заправлять машину можно будет бензином с октановым числом 92. В российском представительстве Чанган уже заявили, что автомобиль доберется до нашей страны, и произойдет это уже в этом году. Как вам новый Чанган Unikei? Рассмотрели бы его в качестве альтернативы? Пишите в комментариях, а также подписывайтесь на канал, чтобы постоянно оставаться в тренде мировой автоиндустрии. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!